Всем приветики. Пришли ко мне мои заглушки из Китая. Первые такие заглушки, которые я заказывал, они не пришли. А вот это уже второй, прошел 3 месяца, даже 4, они не пришли, а вот эти пришли. Вот они. Они такие маленькие, такие компактненькие. Я прямо, когда их достал из пакетика, в котором они пришли почтово, я прям такой, вау, они такие прям, не знаю, миленькие, такие компактненькие, прям классненькие такие. Прям вот смотришь на них, они такие маленькие-маленькие. Их так много. Я сразу как-то так, когда их увидел, как-то в умиление такое вошел. Я что-то перед тем, как открыть коробку, пакетик, ожидал, что они будут чуть-чуть больше. Они такие маленькие оказались. Прям вообще. Вот. Должно быть как бы... Так... Правда, одни черные. Я специально положил черную тряпочку, чтобы их всех видно было. Но получается, все равно черных не видно. Черное надо на белый фон, получается. Ну, в общем, сейчас. Или может они лучше. Да, они на белом фоне даже лучше видны. Так что можно, в принципе, их всех сыпать и убрать. Да, так они даже лучше видны. На черном реально черное не видно. А вот на белом видно и белое, и черное. Так что зря я положил эту штуку. Не подрасчитал немножко. Получается, должно быть вот этих, сколько штуки, так, 5, так, и вот этих 5 штук, 5 черных, 5 белых, заглушек для разъема зарядки, также и заглушек для разъема наушников, 5 штук белых, и 5 штук черных. Да, все сходится. В итоге получается 20 штук. Ой, 10. 10 таких и 10 таких. То есть под разные телефоны. Либо под белый, либо под черный. Вот. Так, что еще? Как они выглядят сами? Такая вот заглушечка. Маленькая. У меня такая была, но я ее потерял. Вот такая. Хотя тут плохо видно, надо было бы дополнительное освещение. Вот такая вот заглушечка. Так, сейчас попробую найти дополнительное освещение. Ну, в общем, вот такая вот заглушечка. И вот здесь такая она резиновая с нижней стороны, а сверху матовая. Вот оно же видно, такое гладенькое прямо. То есть, наверное, специально сделано, чтобы не так просто к матовой поверхности больше будут цепляться всякие ворсинки. А вот к такой, более гладкой, не так сильно будут цепляться ворсинки. Плюс матовая красивее выглядит. Не будет там никаких ничего отражаться на ней. Такая вот черненькая. И такая же беленькая. Тоже сверху матовая. Правда, из-за того, что яркий свет, надо чуть-чуть потемнее сделать. Так. Получится ли тут потемнее? Или просто без света? Вот так. Или небольшое освещение сделать. Вот, в общем, такая вот. Матовая. Тоже. Вот. Ну и остались остальные. Самое интересное, что они разные. То есть черные идут с таким вот скосом и палочкой для того, чтобы достать сим-карту. Вот она палочка. Чтобы достать сим-карту как бы. Здесь такие как бы кружочки, ну, круги, как бы, чтобы держалось крепче в разъеме. И скос такой. То есть, если, ну, сверху матовая, а по бокам такое глянцевое. И получается, если телефон с таким вот разъем на краю стоит, как раз он будет красиво смотреться. А белые, наоборот, ровненькие. То есть...
Тоже штырек есть. Тоже кольца вот эти вот, чтобы было как бы крепче держалось. И получается сверху матовая, снизу глянцевая. То есть разница у них есть. Такие вот они. Один такой скошенный, другой ровненький. То есть под разный телефон. Я как раз таки хотел себе заказать. И чтобы у меня было ровненькое. Ну, чтобы ровненькая была. И чтобы была немножко скошенная. Просто везде в разных заказах либо ровненькая, либо скошенная. А здесь, по-моему, была ровненькая показана на картинке, но пришла в итоге и ровненькая, и скошенная. Так что я доволен. И можно даже протестировать. То есть вот берем аккумулятор от Xiaomi. Тут у меня на зарядник стоит, на USB-шный заглушка. Вот она, чтобы не... Туда аж может пыль залетать, а так раз, и пыль уже не залетит. А вот сюда заглушка не поставлена. И можно вот поставить либо черную для, на microUSB, он так красиво закрывает, но лучше, лучше поставить по цвету беленькую. И получится, что все. И USB закрыт, и microUSB закрыт. Теперь ни туда, ни туда пыль не попадет. Причем оно такое беленькое, как прямо, как будто в комплекте шло. Разве что оно держится как-то плохо. Хотя, в принципе, ну-ка, не, вроде не падает. Просто как-то так оно так легко вставилось, и шевелишь, оно вот уже начинает немножко вылазить. Ну, тянешь ногтиками. Она вроде бы и двигается, но тем не менее не вылазит. Подхватываешь, она вот поднимается, но не вылазит. Так дергается, но не вылазит. Вот тянешь, края поднимаются, спускаешь, и назад становится. Нет, в принципе, нормально держится. Да, в принципе, нормально. Но хотелось бы, чтобы более, чтобы она даже не дергалась. Вот. Такие вот заглушечки я себе купил. И теперь буду ими пользоваться. А то я свой потерял, и у меня этот разъем реально уже грязный стал. Именно вот этот вот. Потому что постоянно по карманам, по каким-то где-нибудь бросишь, или на стол, на кровать там, и всегда либо пыль, либо крошки, либо в кармане. Короче, постоянно грязнится как-то. Потому что телефон, он же везде валяется, и на столе, и там в карманах, а в карманах тоже туда попадают то крошки, то пыль, то грязь там, то соринки там. Да и на столе, и на кровати, где он только не валяется. На пол бывает падает. Вот, так что, в принципе... Нет, влаги бывает. Идешь, я не знаю, куда-нибудь... Я даже когда умываться иду, все равно телефон с собой беру. Оно лежит вот рядом в ванне. И оно как раз и от влаги защищает. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.